Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова, и я зарабатываю в проекте «Лови мани» третий день. Я зарегистрировалась позавчера и уже заработала за эти дни 9060 рублей. Моих рефералов уже 35 человек. Заходят они в основном на все площадки. Вот, смотрите, шахматы 100 рублей, шахматы 200 рублей, мульти 250, мульти 500 и мульти 1000. Советую заходить на все площадки во избежание упущенной прибыли. Потому что если вы, например, активировали вот как здесь шахматы 100 и мульти 250, он сможет зарабатывать только в этих площадках. А кто под него зайдет, например, на другие площадки, денежки, которые должны быть его, пойдут администрации. Так что советую заходить на все площадки. Откроем статистику. Вот заработано сегодня у нас 5 октября 200 рублей, 120 рублей, 170, 200, 100, 160. Вот таких вот сумм достаточно много за весь день, каждый день и каждую ночь. Вот в 9 утра, в 8 утра, в 22 часа, каждый день. Зайдем в мой PR кошелек, смотрим. Сегодня у нас 5 октября, 198 рублей, 118, 168. Вот смотрите, если откроем транзакцию, мы увидим «Лови мани». Открываем «Лови мани» и так далее. Таких транзакций очень-очень много за весь день. Это все 5 октября за сегодня. Вот я человеку меняла, если кому надо, он мне на карточку Сбербанка, я ему с пэйра на пэйр. Ссылочка будет под этим видео, и давайте ловить мани вместе.